И снова здрасте. Это 11-я часть, посвященная созданию бэк-энд каталога товаров на платформе ASP.NET Core. В этой части мы создадим сущность тег, собственно говоря, класс, модель конфигурируем при помощи Fluid API, ну и, собственно говоря, CRUD, создадим всю инфраструктуру. В предыдущем видео я вам показывал такую анимацию, в которой говорил, что мы уже создали определенное количество сущностей, в частности каталог и продукты. У нас уже были сущности application, user, application, role, которые нам сгенерировала Visual Studio из темплейта. Вместе с сущностью, кстати, log. А в предыдущем видео непосредственно мы создавали ревью сущность, которая уже, собственно говоря, уже привязана к продуктам, ко всем продуктам. То есть это описание товара, отзыв и все такое. В этой части займемся созданием непосредственно сущности тег, которая является непосредственно меткой конкретному продукту, то есть у товара может быть несколько меток, и несколько меток могут иметь привязки к нескольким товарам. Ну, то есть такое соотношение, как многие ко многим. Ну и, в общем-то, давайте приступим. Я сейчас переключусь в Visual Studio и начнем. Итак, начнем создание сущностей. Сущность называется tag, поэтому не будем затягивать. Создадим класс, который называется tag. Количество полей этого класса будет совершенно даже немного. Ну, я думаю, что как минимум оно должно наследоваться от класса identity. Вот. Ну, если вы не помните, я вам покажу, из чего он состоит. Этот класс имеет только один идентификатор и больше, собственно говоря, ничего. А дальше я уберу то, что мне не нужно. А теперь, ну, давайте сделаем свойства, которые должны быть для этого класса. Я думаю, что это должно быть свойство name. Наверное, все. Теперь нужно, соответственно, создать model configuration для сущности. Я поступлю, как сделал в прошлом видео. Удалю ненужные из уже существующей конфигурации и переназову ее. Так, model configuration, отлично, вот я открыл. Сюда добавлю метку. Сюда тоже. Здесь напишу название. Здесь еще метка. И здесь у меня, по идее, будет только свойство. Ну, для тега, я думаю, что это слишком длинное свойство. Я думаю, ну, 50 символов будет достаточно. Уж не знаю, какой это мы там можно делать. Нет, давайте пока одну штуку уберем. Теперь это сделаем. Вот так, чтобы она мне подчеркивает. Непонятно, что это значит. Tag model. Давайте проверим. Ну, unused class. Ну, интересно. Вот она что говорит. У меня есть базовый класс, который называется Auditable Model Configuration. И, соответственно, для того, чтобы его использовать, я должен подсунуть сюда сущность, которая является Auditable. Но так как у меня tag унаследован только от Identity, ну, поэтому я здесь напишу Identity Model Configuration. Вот, собственно говоря, все почти сработало. Теперь мне нужно поменять... Ой, что-то я не то нажал. Во, название сущности... таблицы. Ну, пусть будет text. Вот. Таким образом у меня получается, что сущность tag уже готова. Что мне теперь для этого нужно? Мне нужно всего лишь навсего manage console открыть. Ну, еще не совсем нет. Надо еще добавить эту сущность вот сюда. Помните, мы это уже делали, я повторю ту же самую операцию. Так, мы пока сущность добавим отдельно, без привязки к каким-либо другим сущностям, чтобы проверить, что база работает так, как нам нужно. Это будет text, это будет tag, это будет enter, и здесь еще будет один момент, называется... Вот так. Текст, все. Теперь это, собственно говоря, должно сработать. Я открываю Package Manager консоль, выбираю проект Data.
Теперь пишу add migration, нажимаю табуляцию, пишу x, ой, x entity. Опять не хранится? Да, x entity added. А что означает, что добавили сущность tag? Сейчас прокатится база данных, создастся новая конфигурация. Вот, теперь у меня есть эта конфигурация. Так, теперь можно на самом деле написать update database. Нажать Enter. Если не будет ошибок, ошибок нету. Ну, значит, в базе появилась новая сущность, которая называется, кстати, можно посмотреть очень легко. Data Connection. Нужно добавить connection к SQL Server. У меня именно он установлен. Здесь я напишу KavaBook, потому что KavaBook. Знаю, как называется мой ноутбук и инстанс. Я теперь вижу здесь каталог DB. Нажимаю ОК. И вот здесь я теперь могу прям в Visual Studio смотреть, что у меня в базе. Вот, собственно говоря, та сущность tag, которая имеет ID и name, ни к чему не привязана. Давайте запустим приложение, посмотрим, что все работает. Да, собственно говоря, запустилось, но, естественно, никаких еще ни тегов, ни меток нету. Я пока сверну. Ну, а теперь давайте сделаем таким образом, чтобы наши сущности были связаны. Буквально на минутку вернемся снова в презентацию. Смотрите, мы работаем с платформой .NET Core, соответственно, мы используем Entity Framework Core, тоже такой же версии, как и ASP.NET Core. На сайте Microsoft в инструкциях черным по белому написано, что текущая версия Entity Framework не поддерживает связь без дополнительной таблицы, которая называется Many-to-Many. То есть, для того, чтобы создать связь между двумя таблицами Many-to-Many, например, в нашем случае это продукт и, собственно говоря, тег, нам предварительно для того, чтобы их связать, нужно создать еще одну сущность, которая называется Product Tag, и уже непосредственно в ней установить связи. Таким образом, получается, у нас Many-to-Many реализовано при помощи двух связей, которые называются One-to-Many. Ну, собственно говоря, об этом и написано в инструкции. Ну, а теперь давайте все-таки это все и сделаем. Итак, для начала давайте создадим связанную сущность, которая будет называться product tag. Ну, tag. Да, так ее назовем. Я предпочитаю называть по зависимости, то есть не tag product, а product tag, потому что слово product, вернее, сущность product является более важно, чем tag. Так, и что нам, собственно, здесь нужно? Ну, теоретически нам здесь нужно создать два свойства. Ну, хоть она не на русском языке. Так как у меня идентификатор везде quit, я назову product.id. Ой, что-то я не то написал, да? Да, что-то я лишнее написал. Вот, так у меня называется product.id. Да. Соответственно, у меня должно быть такое же свойство, которое должно называться tag ID. Все правильно? Правильно. Ну и теперь давайте так вот напишем linked item for product. Что-то не то написал. Убого. Product and tag. Ну, можно еще for many to many relation. Соответственно, это будет сущность носить. Это свойство мне будет носить комментарий product. Тоже хорошо. Identity. Опять. Это, соответственно, будет tag identity. Опять не попал. Но и этого еще мало. Нужно создать непосредственно сами свойства, то есть product навигация, свойство навигации. Это, соответственно, будет product. А это, соответственно, будет tag. С названием tag. Решатор мне любезно предоставил
Название автоматический тег. Тег, вот. Так, таким образом у нас появилась сущность, о которой мы говорили на презентации. Теперь нужно добавить непосредственно в каждой из сущностей, которые связаны про первый один момент. iCollection. Это будет product tag. Для этого это что будет? Ну так и назовем product tags. Назовем linked. Tags. Да. Ну и давайте сделаем virtual, чтобы оно у нас обязательно не грузилось. Я такое же сейчас свойство создам вот здесь. Так, и это у меня что получается? Получается, что теоретически все готово. Так, ну давайте теперь создадим непосредственно саму конфигурацию, которая будет говорить нам, что эти сущности связаны. Я сделаю вот таким вот образом. Я вообще создам новый класс. Назову его product tag model configuration. Вот. Вот он создался. Лишнее пока удалим. Я не буду его наследовать ни от identity, то есть у меня тут есть базовый, да, есть identity model configuration, который привязывается к сущности, у которой есть идентификатор, и не от auditable model configuration, который имеет базовый класс auditable. Я создам вообще новый, то есть свой, как это, вообще оторванная эта связь, то есть прямой, да, она называется entity tag configurator, вот она. И в моем product, в моем случае это будет product type. Я сделаю имплементацию. Вот. Заметьте, что у меня сущность product type не имеет никакого идентификатора своего собственного. Ну, допустим, как product или как tag. Вот. Ну и на самом деле он тут нафиг и не нужен. Я уж по этому образу и подобию назову, что это entity type configuration. Configuration. Правильно? Нет, неправильно. Configuration. For entity пусть называется он C момент. Неправильно. Вот. Product tag. Ну, чтобы было. Вот. А теперь, собственно говоря, нужно назначить как раз все связи. Ну, во-первых, давайте так сделаем. Вот у меня builder, он это должен настроить эту сущность следующим образом. У меня получается, что моя непосредственная сущность product, вот она. Давайте я сделаю красиво. Будет когда красиво. Имеет множество зависимостей. И в моем случае, это будет именно product tax. Да, правильно, у меня product зависит от product tax. И еще не просто так, а еще имеет has foreign key, который называется в данном варианте. Так, это у меня кто связывается? Сейчас уберем подсказку. Product. Значит, здесь будет написано product ID. Понятно, да? То есть мы связали слово сущность product с product X через идентификатор сущности, который лежит в product X. Теперь мне нужно назначить вторую связь. В данном варианте это будет has one. Снова заводим сущность, но теперь уже tag. Теперь мы в обратную сторону рисуем связь. With many, соответственно, также product X. Тут без вариантов. И который имеет has foreign key, который называется правильно tag ID. Вот. Теперь ключевой момент. Смотрите, мы создали две связи в одну и другую сторону. Но если я сейчас попытаюсь создать миграцию, у меня будет... Ну, должна быть, во всяком случае. Так, опять закрылась. Вот. Что я должен сделать? Я должен сказать add migration. Ну, пусть она называется product. Я бы рекомендовал вам, ну, правильное название давать.
для миграции, потому что есть возможность по ним ходить влево, вправо, вперед, назад. И, соответственно, при правильно названной миграции можно будет удобно ее откатить или накатить. Product tag, linked. Правильно я написал? Нет. Linked item. Что-то нечаянно стер. Product tag, linked entity. Entity. Давайте проверим, что я прав. Так как у меня product tag не имеет своего собственного primary key, вот видите, она как раз так сказала, нужно его создать. Но этот product key у меня будет не такой, то есть я не ID добавлю в entity, а я сделаю таким вот образом. Я создам создам ключ, который будет составной, будет состоять, соответственно, из product ID. Но здесь не так, здесь нужно создать анонимный тип. Вот. И сказать, что у меня ключ состоит из product ID и из tag ID. Вот так. Ну, а теперь, собственно говоря, если я запущу слово создание миграции, ну, как вы видите, все создалось, то есть у меня связи настроены правильно. А теперь, если я напишу update database, у меня изменения отлично прям накатились на таблицу. Ну и если сейчас прям нажму тут таблицу и нажму обновить, вот, видите, появилась таблица tag, product tag, которая имеет связь с продуктом и, соответственно, с тегами. А в таблице tags и products, соответственно, никаких изменений нет. То есть то, что нам и нужно было. На этом давайте пока прервем серию. Это было интересно. Следующее будем делать уже непосредственно бизнес-логику, то есть реализацию добавления продуктов с тегами и без. Ну и спасибо, что комментируете, спасибо, что смотрите. Всего доброго, до новых встреч.